Две пипеньки под окном. А не пойти ли вам нахрен? Две пипеньки под окном. Они, наверное, хотят получить люлей от Булсика. Кто они убежали, я не понял. А тебе уже говорили, что ты прекрасно поешь. Равно. Они вдвоем, эти топоры вдвоем бегают, чтобы понимали. Если это топоры, конечно. Да, мышь побежала, блин. Ну, куда она побежала? Они же D2 даже не дернули. Бля, вот это фулка. Ого. Балдёж. Нормальные враги сегодня будут вообще, лишь крэки будут голозадой бегать. А, сука, ноге пиздец. Катку на YouTube. Да, катка вообще балдеж. Жесткие ребята были, очень жесткие. Пипеку ее не должно фокусить, зачем она нужна? Сейчас отправил искать новый рейд 3 хапипек. Вроде были в хорошем гире, против меня бомжа с вектором. Но все равно отъехали. А все потому, что боялись запушить и сидели в одном месте. Никогда не бойтесь рашить в торпеде. Ауч. У меня тут где-то в кишках АФК пипега сидит, походу. Блять, граната!
блядь, укрытие! Кройся! Вон он, блядь, ебашь его! Блин, а можно мне челов? Вряд ли имеется красная лапкарта. Фига их там. Хотя типа походу свалили, что-то боты, блин, на меня агриться пошли. Да ты мышь тупая, там еще третий сел, я поздно услышал. О, боже. Блин, я не ожидал, что там третий будет сидеть так, ну, глупо, типа, умер вообще. Сильно открылся под него, я, типа, думал двое, за вторым побежал, а там третий сидит еще. Ну, опять же, я не уверен. Так сказать не могу, потому что я их без звуковухи, как бы, и не сидел с ними. Что тут произошло? Там, кстати, чел какой-то больно бодрый. Он чуть ли не с пистолета там, по-моему, завалил всех типов. Потому что мне, может, показалось, но он прям с какой-то фигни стрелял. Нормально чел приоделся на лаву, да? Алтыны забрал, он надел. Дефиг тупо. Причем, куда его убили? У него фуловые. А, в алтыну ему шлепнули. Ребятушки. Еще ботов заспавнил. Обожаю с ботами через кусты пикаться. Контакт! Обнаружен выход.